Всем привет! У нас сегодня в обзоре переносная колонка от фирмы Gold Zero. Модель под названием Rockout 2 и Rockout 2 солнечная панель. Получается, вы можете либо купить себе просто колонку и использовать ее по назначению, либо взять себе колонку с солнечной панелью и забыть, что такое батарейки и аккумуляторы. Но давайте теперь разберемся и поговорим об этих моделях. Rockout 2 – это второе поколение отлично зарекомендовавших себя портативных колонок Rockout от фирмы Gold Zero. Их дизайн стал еще удобнее, а звук еще лучше. Колонки Rockout 2 очень компактные и обладают великолепным звуком. Они отлично подходят для использования на отдыхе, в поездке, да и просто их отлично послушать во дворе с друзьями. Эти колонки позволяют усиливать звук, воспроизводимый с помощью мобильного телефона, MP3-плеера или ноутбука. Они работают в течение 20 часов от одной зарядки. Колонки влагоустойчивы, не боятся дождя и мокрого снега, поставляются в разных цветах. Преимущество этой колонки. Ну, во-первых, это высокое качество звука, технология под названием Dark Bass. Корпус колонок имеет инновационную конструкцию, которая обеспечивает четкий высококачественный звук. Надежность. Колонки Rockout 2 идеально подходят для туристических поездок или пеших походов. Прочный водонепроницаемый чехол надежно защищает колонки и воспроизводящие устройства. Удобство зарядки. Литий-ионный аккумулятор заряжается за 3 часа через USB-порт с помощью солнечной панели. Также можно зарядить, если у вас имеется модель под названием Rockout 2 с солнечной панелью. Разница заключается лишь в том, что Rockout 2 без солнечной панели, а Rockout 2 идет с солнечной панелью. У вас получается имеется возможность взять либо солнечной, либо без. А также те же везде характеристики имеются. И здесь четкий звук, качественный, и, собственно говоря, и там. Итак, ну и, конечно же, удобство эксплуатации. Это все элементы у нас находятся на передней панели. У нас есть пауза, следующий трек, предыдущий, плюс-минус больше звука. Внутри у нас имеется сетчатое отделение для вашего мобильного телефона. Мой, к сожалению, туда не влазит, но iPhone 6 спокойно сюда влазит, либо какие-то другие мелкие мобильные телефоны. Разъем под 3.5 мини-джек и заряжается все от USB. Ну что ж, давайте посмотрим, как работает данная колоночка. Итак, сейчас мы немножечко здесь уберем 3.5, ставим его в мобильный телефон. Повернем. Для того, чтобы включить, нам надо зажать вот эту кнопку. Зажали, загорелся индикатор. Ну что, готовы? Давайте посмотрим, как бухает эта колоночка. Вернее, не посмотрим, а послушаем. Итак, у нас имеется классика. Давайте больше навалим. Больше звука. Ну а для тех, кто не любит классику, давайте навалим что-нибудь современненькое. Ну вы поняли, да? Эта колонка реально крутая вещь. И не только во время приключений. И не забывайте, отдыхать так с музыкой. Огромный выбор продукции от фирмы Gold Zero имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.